Уходящий год был непростым. Некоторые верят, что на ход событий влияют небесные тела. Мы, конечно, в силу профессии привыкли доверять только фактам и работать с информацией, которую можно проверить. Тем не менее, интересно узнать, каким будет предстоящий год у тех, кто утверждает, что все в этом мире подчинено числам или, например, ориентируется исключительно по звездам. В 2023 году, особенно вот вторая его половина, люди больше захотят создавать семьи. То есть это больше такой год будет, люди начнут больше ценить близких, будут больше, конечно же, стремиться к какой-то личной стабильности во всех аспектах. Вот. Ну и, говорю, самое такое важное – это то, что официальное создание семей. Прям будет какой-то бум, мне кажется, свадеб. В дополнение к астрологическим прогнозам, свой дают и нумерологи, которые определяют будущее по цифрам. Рассчитывают код года, выводят матрицу и на основе этого предугадывают события. Нам всем нужно максимально проживать 2023 год в позитиве. Рожать детей, мечтать. Ставить себе далеко идущие цели. Да, ставить, несмотря ни на что. Заниматься постройкой дома, заниматься спортом, своим телом, своей душой, своим развитием. Жить и стараться быть счастливыми, вопреки всему. И самое главное, что хотелось бы донести, мир внутри равно мир снаружи. Какими бы ни были предсказания, давайте помнить, решения принимаем мы сами. И все обязательно получится, если приложить усилия и немного любви.